Скажи, пожалуйста, почему гиалурон? Скажи свой результат. Ну, давай я, наверное, сперва скажу, что я очень ждал. Я давно его не принимал, наверное, где-то пауза была около 2,5 месяца. Вот, сейчас на него хорошая скидка. Вот, и я советую всем брать. Какой результат ты получил? Результат такой. В 2015 году у меня была операция на сустав тазобедренный. Вот, после операции мне нужна была длительная реабилитация. И как для восстановления моего сустава и вообще деятельности моих суставов всех, я пропил гиалурон, и мне это очень сильно помогло. Вот. Советую спортсменам и у кого есть проблемы с суставами, пропивать гиалурон. А если не только спортсмены, если просто спортом занимаешься? Тоже для профилактики заболеваний суставов, если это еще с возрастом, допустим, есть много людей, которые занимаются спортом, но уже возраст, да, там за 40, за 50, есть проблемы с суставами, пожалуйста. Ну и еще одно, это хороший внешний вид, это морщинки мелкие разглаживаются, потому что очень много людей ко мне подходят, спрашивают, почему так хорошо выглядите. Там. Вот, ребята, гиалурон, великолепные. Дождался, препарат. Да, дождался. Да, я не мог, я уже давно его не принимал, уже соскучился. Потому что действительно, я знаю, что это такое, и знаю, какие есть плюсы гиалурона. Угу. Что... Я знаю, что ты еще недавно пил коллаген, да? Да. Я, в общем, все пью, коллаген, гиалурон. Но это все помогает, это реально помогает. Это не то, что там реклама какая-то, да, это все я сам попробовал. И это видно не только мне, но и окружающим, которые меня окружают. Так что советую. Спасибо. Берите. Большое, Кайрат.